Когда-то в школе, в моем детстве, мы любили показывать разные фокусы с веревочками. Один запомнился, покажу вам. Вот такой вот фокус. Анюта, тяни вот здесь. Вот здесь? Да, тяни. Вот так. Еще раз, Паша, потянешь? Потом я. Потом ты, Тёма. Давай, тяни. Оп. Вот так. Моя. Давай, Тёмка. Тяни. Хорошо, тяни. Вот так. Ну, а теперь медленно в студию. Медленно в студию. Нужно снимать от первого лица. Так, так что снимай отсюда. Так, сейчас. Давай. Снимаешь? Тё, Саша. И ты хочешь потянуть? Давай, Сашка потянет. Тяни вот за это. Бери. Тяни. Опа! А другие фокусы вообще есть? Подождите, подождите, ребята. Значит, вот, если вы неправильно где-то перекрутите, у вас запутается на пальцах. Опа. Так, еще раз, очень медленно теперь. Так, обматываем на мизинец. И здесь делаем петлю. Петлю и на указательный. Все. Если вы сделаете чуть-чуть по-другому, допустим, здесь сделаете перекрут, да, вот, перекрутили, а потом здесь, то оно у вас все на пальцах запутается. Какой нюанс. Ну что, удачи вам подшутить над вашими сверстниками, да не только над сверстниками. Кому-то показать. Удивить, показать. Здорово, да? Да. Ну что, вам задание теперь научиться? Выбирайте.